Недовольный работой Кабмина. Демпартия раскритиковала достижения команды Натальи Гаврилицы после того, как премьер представила отчет о 100 днях деятельности. Исполняющая обязанности председателя ДПМ Моника Бабук считает, что исполнительной власти не удалось справиться с пандемическим и газовым кризисами, а также найти решение для поддержки граждан с учетом цепных подорожаний. Бабук негативно отозвалась и о том факте, что многих чиновников отправили в отставку без уважительных причин, и теперь в правительстве не хватает специалистов. Ați creat o atmosferă de frică și blam în raport cu toți funcționarii publici. Вы создали атмосферу страха и вины в отношениях со всеми чиновниками в стране. У вас нет четких критериев их оценки. Честных и неподкупных госслужащих, которые сейчас вы выгоняете, не найти днем с огнем. Причина заключается в том, что таких специалистов очень мало. Din simplu motiv că specialiști de acest fel sunt puțini de tot. Советник премьер-министра Наталья Гаврилица по связям с общественностью Анастасия Табурчану сообщила, что правительство не комментирует эти заявления.